Ну, смотри, как там. Масштабненько так. Мы приехали в Варнавино, решили прогуляться, отдохнуть от комаров и мошек. В этом году еще здесь в парке не были. Здесь какая-то масштабная стройка. Здесь у церкви строят. Срубы какие-то стоят. Не знаю, что тут будет. А? Что-то масштабное. Ну тогда. Причем их несколько, видишь? Ну вот один большой из двух, видишь? Ну, это все в один превратится. Я думаю, что не обязательно. Что-то одно. Что интересно здесь будет? Нормально пробежал? В 30 градусов жары. Только и бегай. А там на дереве висит икона какая-то. Высоко. Да, висит. О, Господи, как хорошо без мошек-то, а? Да, Тёмк? Хоть на улицу можно выйти. Да. Сейчас солнышко ушло прям хорошо. Аисты. Мама и два аистёнка, да? Блин, сколько воды, офигеть. Ого. Пойдем посмотрим поближе? Да. Воды еще очень много. Воды много, течение сильное еще. Обычно здесь приходишь, кто-нибудь обязательно на лодке плывет. Или на моторке, или на обычной. Ну, с веслами я имею в виду. Люди купаются, рыбаки рыбачат. Ну, сейчас пока еще рановато. И вода еще, наверное, ледяная. Место очень здесь красивое. Особенно вот там вот за деревьями стоят дома. Представляете, какой вид красивейший. Я вот каждый раз сюда прихожу, ну каждый год мы стараемся сюда прийти, просто посмотреть. Получить эстетическое удовольствие, так сказать. Иду, иду. И каждый раз немного завидую людям, которые вот здесь живут. Потому что у них такой шикарный вид. Здесь еще что-то делают с Аллеей Славы. В прошлом году, ну, здесь была Аллея Славы, я ее показывала на одном из видео прошлогодних. Но вот в этом году там какие-то строители, какие-то строительные работы ведутся. Вот там Аллея Славы. Ну, там вот еще сейчас мы, наверное, до конца ее не пройдем, потому что там песок выровненный. Мы, конечно, не будем портить чужую работу, но насколько сможем тут по брусчатке пройти, посмотрим. Видите, тут вон и телеги, бетономешалки стоят. И я так понимаю, что вместо табличек, которые были в прошлом году, ну, я ссылку оставлю, посмотрите, если захотите, поставили памятники. Да, видите, тут вовсю еще идут работы. Да, поставили всем памятники. Но вот когда сделают, обязательно еще сюда придем, посмотрим все. Сейчас туда, конечно, не пойдем, потому что все выровняли. Но здорово, что делают такие вещи, что помнят людей, которые принесли победу нам и обеспечили мирное небо нам над головой.
Тут вот раньше в любое время, как ни приедь, здесь летом кишила эта площадка вся детьми. Сейчас вот никого нет. Все это, наверное, конечно, из-за коронавируса этого долбанного. А не так давно площадка была вообще огорожена лентой. То есть на нее вообще нельзя было ходить, заходить. Сейчас вот ограждение сняли, но детей по-прежнему нет. Дети, видимо, уже привыкли жить без площадки. Ну и так тут до сих пор люди ходят в масках. Не все, ну, может, половина.